задним ходом. Саня, фрикционами поработай влево-вправо. Отлично. Вперед транспорт и покажи, как быстро едет просто, и все. Гонка. Давай, Сань, эти включи. Форсунки. Пробьет тут. Вот так вот. Можно мойкой мыть. Но мойка, как она как мы ее использовали пару раз, как мойку даже. Моет отлично. То есть упасит, бьет как кершер. Есть размешиватель здесь. Мы специально показываем, как работает размешиватель. И идет циркуляция внутренняя. Для того, чтобы хорошо едохимикаты размешивали в бочке. То есть все работает и все. Абсолютно. Выключи, да? Вот так вот включается. Включи еще раз. Да, вот он, жестик. Это включение. Это размешиватель. Сетка, фильтр для заправки, чтобы мусор сюда не попадал. Сейчас по одной. Правая. Сразу, да, Сань? Ну все, поехали! Бочка снимается очень быстро, там 4 болта под бочкой на раме. Отсоединяется вот этот вот шланг. Вот этот шланг, вот здесь вот был. Резьба. Задняя часть. Да, и убирается вот это. Вот эти два шланга. Вот этот раз, вот это два. Она просто на быстро съемов. Вот это убирается шплинт и убирается задняя часть. Да, она убирается, да, назад. Этот катушка быстро снимается. Вот она. Ну, она тоже просто снимается. Давай. Ну, шланг откручивается. Ну, все понял, не откручивается. Это сейчас вода польется. И вот снимается вот эта катушка. Остается двигатель, насос. Все, больше ничего не остается. Это все убирается. В принципе, 4 болта на бочке. 2 пальца на задней части, на распылителях, на самих. Ну и все, и катушка там махом снимается. Там ничего сложного нет, в принципе.